192 кассетно-шарковая бомба и 300 снарядов были найдены в Бобруйском районе. Склад боеприпасов находился в лесном массиве каля вёски Ламы. Его отшукали так званые «чорные копатели». До места здарения одразу выехала саперная пиротехничная группа войсковой части 5527 Бобруйска. Супрацовники милиции и комитета Держбезпеки. Частку лесного массива отшапили. Такие бомбы, на думку специалистов, представляют погрозу. Яны реагуют навык на невеличкий рух. Зона поражения боеприпасов 60 метров квадратных. Раньше на этом месте находились бомбосклады. В 80-е годы прошлого века здесь случился пожар, боеприпасы были раскиданы на большой территории. Вот сейчас здесь граждане периодически собирают металл и данные боеприпасы обнаруживают. Хотелось бы обратиться к гражданам, к жителям нашего города, если вы обнаружите подобные предметы у своих знакомых, увидите, что с ними играют дети, просьба немедленно сообщить по телефону 102. Знищать снаряды вырашили на месте находки. Это, полечили специалисты, будет безопасно. До вёски 2,5 километра погрозы мясцовым жихарам не было. По словам специалистов, яны не уверены на 100%, что нашли все снаряды. Мясцовость мощно забруджена металлом. Працевать с металлошукателем нема сенсу, ён увесь час пищить. Каб очистить массив, треба снять слой грунту. Специалисты попереживают, находиться в этом массиве зараз небезопасно.